Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о уникальности Христа. Наверное, самое восхитительное, что делает Господа уникальным, это Его воскресение. Я заявлю достаточно убежденно и твердо, что Он единственный, только Он воскрес из мертвых. Вы скажете, что был Лазарь, был сын вдовы, были другие люди, которые воскресали из мертвых. Но это было несколько иное воскресение, которое я бы назвал возвращение в мир. Он же воскрес. Он воскрес в том теле, которое уже никогда не может умирать. Он воскрес совершенно иным. И в этом плане, в этом смысле он единственный и уникальный. Он воскрес для того, чтобы уже никогда не вкусить смерти. Ни Мухаммед, ни принц Готма, которого мы знаем как Будда, ни какой бы то ни было иной основатель какого-то религиозного движения или пророк не воскрес для того, чтобы уже никогда, никогда не увидеть смерти. Единственный, кого Бог воскресил Духом Святым и поднял на небеса в новом нетленном теле, это Иисус Христос. Итак, только Иисус воскрес.